Здравствуйте, Ирина. Это видео про ваш одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Фокусное расстояние 24 миллиметра. Диафрагма от 3,5 до 22. Все работает. Все запрограммировано. Сейчас я его приклею к полочке и отправлю готовый комплект вам. Кусочек скотча для первоначальной наклейки. Сначала уберете черную краску, как обычно, с внутренней поверхности вашего байонета. На это место приклеите немножко скотча. На скотч приклеите одуванчик на полочке. Проверите, чтобы был контакт. Если контакта нет, немножко сдвиньте вправо или влево. Когда контакт появится, соответственно, отметьте границы посадки полочки. Уберите затем одуванчик с полочкой аккуратненько. Уберите скотч, обезжирьте все поверхности и приклейте на клей. Клей наносите зубочисткой, а не наливайте из тюбика. Сейчас я все сделаю и отправлю вам. Спасибо за покупку, спасибо за внимание.